Шалом алейхем, мир вам. Я Эфраим Калиш, со мной рядом очень интересный гость, Володя Владимир Мусиенко, музыкант, творческий человек. Для меня это очень важно и ценно. Мы в студии «Оазис», и посреди всей этой жары, которая сейчас в Израиле, будем считать, что это символ такой. Да. Оазис, мы действительно под кондиционером. И у нас очень интересная беседа состоялась. И я хотел бы задать несколько вопросов Владимиру относительно его творческого служения, относительно того, каким образом, меня это очень волнует, каким образом в твоей жизни сочетаются две вещи – вера и творчество. Я хотел бы об этом поговорить, но для начала, я думаю, что если мы поступим так, как поступают евреи в начале всякого дела, евреи произносят благословение на Всевышнего, на Творца, не благословляет того, кто все сотворил, все благословляет, наполняет и так далее. Барух ата Адонай Элохейну Мелех ха-Олам. Так евреи начинают всякое дело. Благословен ты, Бог, Царь Вселенной, Господь и Бог наш. А интересно, как это же самое благословение могло бы звучать на языке музыки, голосом саксофона? Я сейчас попытаюсь сыграть. Это примерно так же, как ты сейчас ведь не слышишь пульсацию моего сердца, да? Но однако оно пульсирует. Да. Я думаю, что сам по себе звук — это тоже физическая такая величина, которая получается от некой пульсации волн. Молитва — это пульсации души. И пусть то, что сейчас прозвучит, это будет прозвучит в унисон того, что ты сейчас пропел, а это сейчас будет сыграно. Но обрати внимание, когда ты пел, у тебя была вибрация голосовых связок, которая воспроизвело то, что сейчас было услышано. Uh-huh. Здесь будет вибрация вот этой тросточки. Маленькая незаметная тросточка. Она сейчас начнет вибрировать, и родится звук. Это молитва. Как ты думаешь, музыка ведь это очень абстрактное искусство. Способна ли музыка свидетельствовать о Творце, о Всевышнем? Что для тебя музыка в этом плане? Я глубоко верю, что есть такие моменты в жизни человека, когда вот надо мне что-то тебе выразить, да? Это настолько глубокая мысль, настолько она, может быть,
в контексте всего происходящего будет для тебя удивительно, что я автоматически начну заикаться, подбирать нужные слова. И в конце концов, ты говоришь: Володя, а ты вообще сейчас о чем говорил? А я с тобой буду очень честен, на самом деле, и мне будет желание передать важное-важное тебе. Но заведомо я обречен на поражение. В лексиконе порой не хватает нам таких слов, которые были бы, как бы передавали твое состояние души и той информации, которую я, ну, обязан тебе сказать. Вопрос, а что делать? Вот для меня это инструмент. Есть моменты, когда не надо говорить, слова будут бесполезны. Вот ты красивый человек, ты знаешь об этом? Я знаю, что борода моя хороша. Да. Ты знаешь, что ты нравишься женщинам? Нет. Нет? Ну, тебе... моей жене, да. Да, но это точно. Я почему так сказала? Что есть такие моменты симпатии, наступает, когда не надо что говорить. Вот здесь, ну, говорят, вот глаза встретились. Там что, кто-то что-то говорил? Молчит же человек. И даже не подмигивает. А говорят, а глаза что-то сказали. Есть такое, ну, между мужем и женой какой-то момент очень важный, просто прикосновение. Вот ты просто прикоснулся, и ты там, а там уже можно сказать, ты сказал, слышишь, все будет нормально, не смущайся, и это пройдет. То есть ты молчал, но прикосновение дало целую, ну, если касается церкви, это может прозвучать как целая проповедь. Для писателя это может быть полтома ненаписанного романса. Одно прикосновение. То же самое музыка. То же самое музыка. То же самое музыка. То есть ты думаешь, что там, где кончаются слова, и музыка способна проникать даже в самые маленькие промежутки, щелки. Что для тебя, для профессионального музыканта, музыка, когда ты хочешь выразить свое отношение к Творцу? И поправь меня, если я ошибаюсь, ты хочешь заразить своим восторгом человека, с которым ты общаешься вот через твою музыку. Немножко прелюдии. Я тебя услышал. Дай мне свою руку. Давай так вот сделаем. Какое-то дыхание, холодное или теплое? Теплое. Все духовики работают на выдохе теплого дыхания. Теплое дыхание трансформируется, если ты играешь на трубе через мундштук, проходит оно, потом трансформация идет, завихрение воздуха уходит потом туда в трубу, потом в раструб, и рождается звук. Саксофонисты работают теплым дыханием, начинается вибрация тросточки, звук идет мундштук, потом по этой системе уже на выход, а здесь просто клапана чисто уже по физике уменьшают, увеличивают воздушный столб и меняется звучание. Но основа должно быть дыхание теплое, то есть горячее. Вот это тайна, которая позволяет сказать музыкой, я сейчас говорю о духовых инструментах, потом, а ты, человек, который размышляет о шафаре много, я думаю, эта тема будет у нас, потом люди поймут, кто нас сейчас смотрит, что это величайшая тайна, как рождается звук. Тот звук, который может перекрыть любые слова. Через теплое дыхание, через выдох. А для того, чтобы выдохнуть, надо вдохнуть. Мы получаем вдох неба, а выдыхаем выдох любви с неба. И я вот думал об этом в связи с героем библейским. Мы говорили уже о нем. Юваль, который стал отцом всех играющих на арфе и свирели. И там пара инструментов, один духовой и другой струнный. И вот духовой инструмент, когда музыкант играет на нем, то есть он фактически часть частица тебя, то, что было частью тебя, воздух, который был в твоих легких, он как бы вот частица тебя, проходя через, то есть ты посылаешь... Да, именно частичку тебя, твоего состояния, настроения. И, например, я хочу вот передать своей жене, да, как я ее люблю. Я ведь скажу ей слово, да? А слово это вот как раз-таки вот пошла вибрация голосовых связок от моего теплого дыхания. Потом она, видя, что я ее люблю, отвечает любовью, и там рождается новая жизнь, новые отношения. Все идет от дыхания. Почему-то, понимаете, и вдохнул. Вот, да. Вот пример. Здесь об этом много можно говорить. И вдохнул. Потом помните
состояние. Господь говорит в порыве ветра. Это тоже опять-таки звуки. Там же слов же мы не слышим, слов нету. Но происходит общение человека. Он может в тихом веянии ветра и в буре, и опять образ звука. То есть в звуке величайшая тайна. Если она, я верю, мне на капельку это приоткрыто. Но эта капелька творит чудеса. Я верю, что все только начинается, по крайней мере для меня. Но та передача вот этой информации, любви через звук, меня просто, знаете, очаровывает. Она меня делает счастливым человеком. И мне единственное, что я понимаю, что так мало остается... А мне всегда кажется, мне так мало осталось жить. Я даже порой говорю, мне так мало... А люди говорят, ты больной? Я говорю, нет, здесь дело не в том, что... Мне кажется, столько я могу сказать. И более того, у музыкантов есть еще понимание диапазон. То есть расширить диапазон. То есть сыграть ту ноту, которая никогда не звучала, но она уже в мелодии будет такой доминантной, которая расширит возможности передать состояние своей любви, желание тебе помочь, желание тебя благословить, обнять. Как бы расширяется диапазон. И почему не просто диапазон расширять? Порой за полтона человек, может, полгода трубач такой крепкий, может быть, бороться. Ежедневные занятия по 5 часов. Ради чего? Полтона добавить в свой диапазон. Потом еще охота сказать. Почему? Расширяется возможность мелодической линии передать состояние, как я тебя люблю. Как я люблю тебя, Бог. Как я люблю тебя. Или как я хочу тебя любить. А чтобы понять, как я тебя хочу любить, мне надо это передать. И это все передается на духовых. И далее такое. Есть такая фраза «играть на опоре». Это конкретно библейский вот момент. Вот это. Что такое опора? Вот, давайте, вот опора, камень, опора. Есть такой орган, называется диафрагма. Единственный орган у человека без нервных окончаний. Другими словами, он неуправляемый. Или управляемый странным образом отчасти каким-то малым процентом. Смотрите, что получается. Это тоже Божий план. Бог берет неуправляемое, незаметное, внутреннее, невидимое и делает это основополагающим. Если ты, ну там надо определенные мышцы напрячь, взять определенное дыхание, но в тот момент диафрагма начинает работать и становится управляемой. И там рождается тот тембр звука, который ну, народ любит, например. Он говорит, вот саксофон играет. Народ не представляет, что в тот момент именно звучат ноты на поставленном дыхании, на опоре. Бог наша опора. Сколько этих псалмов? Бог наше дыхание. Бог наш камень. И опять подошел к тому, что все, что рождается в звуке, рождается изнутри. Вы же не видите, как моя диафрагма работает. Я когда был маленьким мальчиком, я мог часами сидеть у телевизора, смотря на экран, как играет оркестр. Например, там выхватывает оператор, трубача или саксофониста. А я в тот момент учился играть на тромбоне. И я так садился и смотрел на внешне, как он дует, как он губу поджимает, как он дыхание берет, даже как он воду из кроны. Мне казалось, что там тайна, во внешнем проявлении. Как он даже губы облизывает. И я стал даже, думаю, вот она тайна. Я увидел, как он облизывает губу сначала верхнюю, потом нижнюю, а потом даже сплюнуть. Я даже учился сплювать, думаю, это так рождается звук. Но это ошибочно было. Звук рождался там, это просто внешнее проявление. И далеко, кстати, не то, что я хотел найти. Я к чему это говорю? Все настоящее, все вечное рождается в невидимом. И Бог, как бы, и здесь нам выходит навстречу, говорит, вот то, что ты видишь, это все временно. А то, что невидимо, это вечно. И звук, рожденный в Божьей любви, в желании говорить о Боге, он будет вечным. Почему ты и ответственен, когда выдуваешь нотки, что они останутся и на небе. Они сейчас и на земле есть. И ты тогда еще больше хочешь зацепить этот тембр, который на самом деле может воскрешать. Ты понимаешь, ты не должен холодно дышать, ты должен сохранить теплое дыхание. Вот так я понимаю. Смотри, ты говорил сейчас довольно подробно. Я думаю, что для кого-то это будет больше говорить, для кого-то меньше. Но теплое дыхание, я думаю, понимают все, как, по крайней мере, на уровне образа. Ты говорил о технических вещах. Ты говорил о мастерстве, ты говорил о приемах, ты говорил об эмоциях, о чувствах человека, который играет и вкладывает и выражает таким образом то, что у него есть в сердце. Какое место во всем этом
есть для веры, какое место есть для того, что приходит с неба. То есть, скажем, ты же был музыкант и до того, как ты стал верующим. И ты продолжаешь быть музыкантом и после того, как ты стал верующим. И мне интересно, каким образом, если поменялось или не поменялось твоя музыка, твое отношение к музыке, твое отношение к тому, что ты, то, чем ты делишься, где тут участие неба? Самое прямое, но это удивительное. Я, может, сказал самое прямое, но при этом, сейчас поймал на мысли, это и удивительное. Есть такие места, помните Иезекииля, 37 глава, и поставил посреди поля, и оно было полно костей, и кости были весьма сухие. Вот эта перспектива какой-то ситуации, которая не прослеживается никакое продолжение. Полный тупик, полный вдребезги развал. Ни будущности, ни надежды. И кости были весьма сухие и разбросаны по всему полю. И там потом начинается диалог пророка, Бог говорит, что пророк. И написано, и кости стали на ноги свои. Теперь я отвечаю на твой вопрос. Есть такие места под названием тюрьма. Тюрьма пожизненного содержания. Там люди находятся приговоренные к расстрелу. Когда мне была возможность туда зайти и сказать о Боге, я в первую очередь расписался в своих словах. Я понял, что слов у меня нету. Но у меня была вера. Вера, что если Господь оставил эту иллюстрацию даже с этим пророком для нас, если Он оставил слово послание к евреям, 10 глава, 11 глава, 1 стих, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невинна. Значит, Он нам даст какой-то инструмент для того, чтобы это произошло. Он мне дал два инструмента. Тюрьма пожизненного содержания. Состояние моего отсутствия лексикона слов. И вот эти два компонента помогли родить мне по вере звук, который будет оживлять. Ты общаешься с людьми, запертыми до конца своих дней за решеткой. Да. И ты утверждаешь, что музыка, которую они слышат, музыка человека, одаренного верой, она может что-то дать им? Именно так и происходит. Я почему? Я хочу, чтобы ты тоже услышал, что я только человек, у меня ограниченный запас слов. Хоть мне кажется, я говорю красиво, но я понимаю, что я порой не могу мысль выразить. Не могу до конца быть последовательным в том, что я хочу сказать. На самом деле, мне немного не хватает. А в моменте общения с людьми, приговоренных к смертной казни, это все еще усугубляется больше, потому что, как вот мне один человек рассказывал, когда прозвучало слово «приговорен», к расстрелу, смертная казнь. Он говорит, что как будто обрывается невидимая ниточка с этой жизнью на земле. Невидимая. Но она... И потом я это слышал от многих людей, сидящих и на белом лебеде, и черный дельфин. Это такие вот, может быть, романтические имена, но это реальные места заточения. Это остров Огненный. Все рассказывают о какой-то нити, который в тот момент приговорен к смертной казни. Раз, и она обрывается. То есть обрывается сила в тот момент слова убеждения, что все будет нормально, если так, кстати, утрировано. Он оборванный от слова. Слово уже туда, вот это человеческое слово, там оно как бы обессилено, оно не имеет силы. Вопрос, а что тогда делать? Ведь делать что-то надо, вступает вот по вере. Пусть туда зайдет звук. Звук, который сделает намного больше, чем ты думаешь, просишь и помышляешь. И это происходит именно по вере. Вот твой вопрос замечательный. Это прямо вот стопроцентный, ты как бы попал в этом нашем общении, вот как бы в десятку. Это вот доминанта, основа моего служения, где рождается вера, где нет моих слов, где нет моих желаний. Но есть только то, что называется Бог 100%. Выраженный через теплое дыхание какой-то. Я просто, смотри, что получается. Ведь я ведь просто в тот момент выдул. А я только здесь перекрыл этот клапана, и родился звук. Вот его еще не было вот секунду назад. Родилось то сильное по вере, что действует, я только не знаю, как это действует, но то, что действует, это точно. Что заставит преступника
Даже у него есть на коленах звезды наколаны, это есть такие знаки, никогда не стану на колени. Но он в авторитете. Он в положении, которое позволяет ему сказать, я никогда не стану на колени ни перед государством, ни перед милицией, ни перед тюрьмою. У меня есть на то основание, положение. И человек становится на колени. Ведь сколько он раз слышал, а может его били, ломали, а он не становился. Что его заставляет встать? Этот звук, я видел их картины. Звучит она одна нота, кстати. Не какой-то пассаж, выученный, там, снятый от великих мастеров. Там в четырех октавах он звучит. Очень стройно, технично, очень быстро. Нет, одна нота. Звучит одна нота, и человек на коленях. Даже при желании в тот момент, почему это вера 100%, даже при желании якнуть, что это сделал, я это не смогу, потому что, почему? Я был лишен возможности ему сказать. Я был лишен убедительности моей фразы, просто ее в конце концов и не было. Что мне осталось? По вере, закрыв глаза, взять дыхание и выдохнуть, может быть, так. И так бы звучало, например, если не было инструмента. Но толь он мне оказался возле губ, родилась какая-то нота, которая сделала по моей вере в то, что что-то произойдет, его покаяние. Вот такой ответ. Притом, я что говорю, это реально происходило на моих глазах. Я мог бы рассказать вам правдивую историю, она была прочитана, сказал бы, вы знаете, это тоже правда, или подсмотренный фильм. Но, знаете, есть такая притча, и целый проповедь я слышал, есть две разные вещи. Стоять возле луча и говорить, ну, это тоже правда, он прекрасный, он чудесный, смотрите, как он переливается, он теплый. Это же правда будет, правильно? Я же увижу. Или находиться в луче и говорить, он прекрасный, uh-huh. Он теплый, он искрящийся. И вот я сейчас говорю в положении, где я находился и нахожусь, по вере, который делает чудеса. Ты можешь взять эту ноту веры? Да. Но мне надо... Для кого это делаю? Для тебя, я же понимаю, ты не заключенный, не пригруженный к расстрелу. Например, даже если возле нас там, слушай, сидит прекрасно, красиво. Для того, чтобы быть заключенным, не обязательно сидеть за решеткой. Конечно, намного страшнее тюрьма там внутри, я согласен. Ну, если ты сейчас мне, можешь сказать, Володя, сделай ноту, это уже будет шоу. Я сыграю и скажу, ну, эта нота прозвучала на «Белом лебеде», а ты скажешь, замечательно. А сделай ноту, которая прозвучала на «Черном дельфине». Я говорю, хорошо, сейчас. И буду такой, знаете, ну, это будет уже игра какая-то, шоу, это уже будет глянец. Во-первых, это неправда будет. Мне будет от этого плохо, мне надо потом после встречи покаяться, то, что я сделал шоу. Но то, что это происходит на том месте, в определенных обстоятельствах, для определенного человека это происходит. Ну, хотя это происходит и на собрании, где могу играть. Ты совершенно сказал, не обязательно тюрьму искать, и не обязательно естественную тюрьму искать, потому что внутренние темницы намного страшнее и холоднее, и там прутья намного толще, и собаки там намного громче лает. С этой тюрьмы, ладно, хорошо, если поразмышлять, можно выйти, дождаться приказа президента. Ну, помиловал. Ну, взяли, помиловали. Он выходит. Дал денег. Так, поразмышляем, тебя выпустили. Амнистию дождался. Сделал, по крайней мере, подкоп, если такое, убежал. А что тюрьмы, как оттуда, что с ней-то делать? Как оттуда подкоп сделать? Убежать. Кому-то денег дать для этой тюрьмы освобождения? Нет. Скажи, вот многие, я читал, я думаю, что ты тоже слышал и читал такие вещи, что многие художники, они сравнивают свое творчество с молитвой. Причем... Кажется, Бродский сказал что-то типа, что если поэзия не направлена в уши Бога, то она не имеет смысла. Что для тебя, как соотносится для тебя музыка и молитва? Напрямую. Не удивляйся, например, сразу говорю, вот напрямую, хотя это не заготовка у меня, не заготовка. Я объясню. Молитва — это особый посыл Богу. Во-первых, очень искренне. В том состоянии, опять-таки, если бы я попытался по-человечески начать с Богом общаться, наверное, меня услышал бы. Но там бы не было той доверительности, которая делает чудеса, позволяющие услышать ответ Бога и вдохновиться. Объясню, что я хочу сказать. Небольшая иллюстрация. Однажды мне позволили сделать концерт, ну, это называют люди концерт, на самом деле, ну, пусть это будет концерт, на «Белом лебеде».
Место заключения. А? Это место заключения. Это такое тюрьма пожизненная с таким вот романтическим названием «Белый лебедь». Okay. Это Соликамск, Пермская область. Мы туда приезжаем с моим другом. А была договоренность, что в этот момент этого концерта руководство тюрьмы, оперативные сотрудники разрешат открыть окошечки на дверях. Такие вот они маленькие. Угу. Разрешат туда подойти заключенным. И они как бы в виде исключения будут слышать и видеть то, что происходит в коридоре. Угу. Коридор такой довольно длинный. И там можно было как бы, у меня радиосистема такая есть, как бы пройтись и... А для меня очень важно, когда играешь, почему? Ну, видеть глаза. Мне сейчас легко общаться, я вижу твои глаза. Uh-huh. Я настроился на это. Я к этому подготовился. И вдруг последний самый момент. Оперативный сотрудник говорит. Нет. Вот хотите вы играть или не хотите, окошки будут все закрыты. Там усиление какое-то было, не знаю. В общем, все будет закрыто. И он так как бы улыбнулся так. Вот хотите играть или нет этим закрытым дверям? И вот это я запомнил, эту улыбку такую. Ну что ты сейчас? Есть у тебя вера? Вот как будто это... Я даже услышал, потому что там еще коридор такие... Он такой глухой, и даже когда ходишь, как-то он такой эхом. Даже мне кажется, а если лязгнул какой-то замок или засовка, он прямо таким... Такой страшной мелодией звучит. Uh-huh. Как бы такой холл или такой вот... Обработка звука, как дилей такой, как полетел, такая музыка, страшная музыка цепей. И знаете, в один час я сильно расстроился. Я понял, что мне будет не хватать этих глаз, когда, вот мы сейчас с тобой говорили, вот сидит этот заключенный, пусть его вывели сюда, ну он такой в клетке находится, даже когда ты общаешься, или под стеклом находится через трубку. Но для меня важно, я его вижу. Я вижу, даже в него как бы пронзаюсь в этот взгляд. Я его даже как бы схватываю, как бы держу его уже не только звуком, а еще своими глазами. Это тоже я верю, что очень важно смотреть на человека. И в тот момент, когда сказали, что будет все закрыто, я не только печалился, я еще испугался. Но пришло время именно сыграй по вере. Как бы в заключение хочу сказать, это было самое печальное мое исполнение. Я начал говорить, я начал заикаться, я мысли не мог. Самые элементарные фразы, которые только вчера я еще, может быть, 100 раз говорил на проповеди, в общении, которые мне как бы даже вылетали так вот в определенном таком преподношении, я не мог элементарно сказать. Я начал играть, мне было стыдно, я киксовал, я брал какие-то странные ноты, которые мне было позорно, стыдно. Думаю, что происходит? Что происходит? Мне же надо донести, хотел вот какую-то мелодию сыграть какую-то, цепляю пальцами, такие ошибки делаю, самые элементарные, которые ученик первого, там, второго класса не должен делать. Начиная играть, мне нота не берется, срывается. Это было самое мое неудачное и неубедительное выступление. Хотя я понимал, что я должен сыграть по вере, но это было так сложно. Я в тот момент, наверное, это мое было поражение. Так вот я думал, пришел к этому мнению. Я собрал аппаратуру, мне потом было стыдно, что я потратил время. Я просто, знаете, даже Бога опозорил, преподнеся его таким образом. Мне было очень плохо. Я потом много переживал, заболел и уехал домой. Проходит 2 месяца. Из Москвы, с Русского христианского радио, делают звонок. Владимир, мы не знаем, что произошло там на Белом Лебеде. Нас завалили письмами. Что там произошло? Что говорилось, что игралось? Много покаялось. Происходили какие-то слезы. Те люди, которые не стояли на коленях, стояли на коленях. Смотрите, что происходит. Даже по маленькой нашей вере, может быть, в образе горчичного зерна, но все-таки сыгранной по вере, при закрытых дверях,
во внешних проявлениях, когда не должно ничего происходить, и якобы не происходит, что-то происходит. Вот по нашей именно вере. Это был, прошло много лет, десятилетий, это был самый успешный мой концерт. Как оказалось, за закрытыми дверями, правда, я этого не видел. Вот ты упомянул, что ты нуждаешься как музыкант. Я думаю, что многие артисты скажут то же самое. В том, чтобы видеть глаза людей, чтобы видеть какую-то реакцию, тебе это важно. А есть ли место твоему саксофону, когда ты один на один с Богом и нет публики? Есть. Но это опять-таки... Это та молитва, которую потом перенесу в то место, где будут глаза. То есть это какие-то силы, какая-то, скажем, эмоции, тембр, который обязательно передам. Я получу то, что у себя оставлять не буду. Я обязательно передам. Просто не все художники действуют так, которых я знаю, верующие, я имею в виду. То есть часто мы как бы разграничиваем. Для нас творчество — это что-то отдельное, а вера — это что-то другое. И если я молюсь, я должен принять серьезный вид и говорить какие-то правильные слова, а творчество под разными предлогами, что это слишком высокий предмет, чтобы привносить туда свои какие-то. Для тебя это все одно? Это в большой боли рождалось тоже такое откровение. Коль мы говорим о творчестве, ты знаешь, что нет ни одной песни, где были одни миноры. Ну, это, или если она есть, но она очень странная. Или одна песня, где все мажоры. Всегда хоть один минор в такой связке, цепочке гармонической будет присутствовать. Я глубоко верю, что Божий план — это мажоры и миноры рукой дирижера, поставлены в определенной последовательности. Но обязательно будет минор и мажор. Если мы применим только мажоры и миноры, если, например, говоришь, в одной ситуации мы такие правильные, значит, такой повеляется поставленный тембр голоса, охота привстать при этом голосе, какие-то жесты такие. А в другой ты вот такой, мне кажется, это лукавство, по большому счету, неправильно. Но если ты получаешь откровение, получить эту гармонию, чередование мажора и минора в определенной Божьей последовательности, вот там рождается та, опять-таки, назовем мелодическая линия, который делает чудеса, который являет Бога. То есть мы не должны быть религиозные. Вот в этой ситуации только так. И я принял решение в молитве просить у Бога, дай, пожалуйста, мне этого, дай мне мудрости получить именно вот этот микс. Хороший. Многие говорят, Володя, а это что, из одного источника? Вот сразу, так, знаешь, люди находчивые такие, я еще фразу не докончил, и тема говорит, не может из одного источника. Я говорю, да все ты правильно говоришь. Ну, сейчас ты только немножко другой говоришь, или ты сейчас... Ты, как знаешь, меня хочешь или в угол загнать, или хочешь меня расстроить, или показать, что ты лучше меня Бога знаешь. Скорее всего, тебе, может, это удастся. Я даже не буду спорить. Но здесь о другом говорится. Ну, о другом говорится. Что есть определенные обстоятельства, как ты решишь вот это служение, которое, может, оно не похоже на твое, но оно тоже есть. Может быть, если я черный и сине-сенный, и сине-черный, ты же не говорит о том, что я плохой, а ты белоснежный, например, или ты блондинка, просто я немножко другой. Ну, допусти мысль, что и в этом состоянии меня Бог любит, и Он за меня умирал. Ну, я могу, конечно, немножко быть резким, ответить, но я сейчас в последнее время не применяю эти приемы, ну, становиться резким. Я как бы хочу сказать, что допусти мысль, ну, пусть тебе ты получишь откровение, что можно и по-другому донести то, что ты сказал, только по-другому. Ведь не все же скрипачи на земле, или все волторнисты. Может, это была бы тогда несчастная земля, или самый неудачный оркестр. Вот, все волторнисты, все гобоисты. Тромбонисты. Почему Господь так сделал? Вот мы сегодня с Саком говорили, вот у меня Бог дал брата такого и друга. Он говорит, что для него откровение, как вот образ тела, это оркестр, где есть место и флейтам. Они играют такие, делают кружева, очень техничные, флейтисты всегда очень техничные, гобоисты, под стать, кларнетисты. Рядом могут сидеть такие неуклюжие тромбоны, которые кажутся неуклюжими, но он может там хорошо сыграть, там и в нижней регистре хорошо, а первый тромбон играет очень высокие ноты, даже можно перепутать с трубой, со звучанием. Рядом сидят крепкие трубачи, которые могут свистануть четвертой октавы, если там надо такой человек. Струнные, и все места, контрабасы такие сидят. Удар, и всем есть место. И дирижер только знает, где тише, где громко, где паузу вставить. А вы знаете, что пауза сам по себе, это не спонтанная пауза, она всегда еще прописана. Если взять партитуру, вот думаешь, оркестр молчит. Нет, это молчание прописанное.
есть знаки, два такта паузы, полтора такта. Да, но есть такой фермата, где как бы зависла пауза, но все равно такой, знаете, музыкант заметит, а так-то ведь отчитывается. Оркестр молчит, и когда надо, потом раз, это так аккорд грянул. Вот то же самое и в этой ситуации. Не думай, что Бог только в звучании проявляется или в громком, Он в тишине. Он проявляется и в тебе, и ему говорит: дорогой брат, я в тебе столько много Христа вижу, поделись мне, я буду внимателен, только не уничижай Христа и во мне, который есть. Ему говорит: ты чудесный человек, как ты свою мысль выражаешь, я хочу у тебя учиться. Он немножко обескуражится, что он сказал там. Он подумает, или я начинаю его обижать, или я смеюсь. Говорю: я не смеюсь над тобой, на самом деле для меня благословение, я в тебе столько много Бога увидел, ну рассмотри во мне хоть чуть-чуть. Правильно я понял, не все понимают твою веру вместе с твоим творчеством. Ты не прав, почти никто не понимает. Ты еще так мягко сказал, не все, почти. Поэтому мне еще больше стремления ко Христу. Мне еще больше стремления вот к тому Богу, который шафаром выдувает что-то. Поэтому мне немножко больно. Я сейчас не жалуюсь, я немножко одинокий человек. Хорошо, что у меня семья есть, что у меня есть супруга. Я могу сказать, что мои друзья меня оставили. Но не все. Но это говорю без сожаления. Наверное, в этом и Бога много является. Ты говоришь о верующих в друзьях? Да. Но я что только говорю... Сейчас зрителям специально не оставляйте друзей. Пусть это будет как-то, но специально не делайте. Поэтому это Божий план. Но очень сложно быть понятым. Когда ты начинаешь говорить, она тебя так смотрит: о, как ты устал. Ты давно в отпуске не был. Или, может, в санаторий тебе дать путевку. Такой: нам тебя жалко. Ты куда-то оторвался от земли. Я говорю: почему от земли оторвался? Ну, я просто получил... Кстати, сколько я занимаюсь музыкой, я всегда ценю мелодическую линию. Я знаю, когда люди в порыве начинают так играть, что уже зал не может подпевать. Он уже музыкант себя начинает показывать. А для меня самый критерий успешного музыканта, когда бабушка Нюра или бабушка Лиля, она подпела за тобой. Вот самый великий комплимент. Она пришла в калошах на босу ногу и подпевает. Вот получилось у тебя общение с Богом. Вот ты Бога донес. Так я чему говорю, что? Я глубоко верю, что можно о Боге доносить, но чем ты ближе к Богу, то будь готов. Больше будет одиночество, больше будет непонимание, больше будет претензии. Но не смущайся. Делай шаг за шагом к тому, кто есть будущность, кто есть дыхание, кто дал дыхание всему, что есть на земле. И Бог не допустит более того, что может быть допущено в твоей судьбе. Но одиночество... Ну, бит будешь. Хорошо, что есть что-то стабильное. Скажи мне, ты мог бы вкратце рассказать о себе, как о музыканте? Меня интересует, где ты учился, насколько осознанно ты вообще избрал эту стезю. Были ли у тебя сомнения, когда ты пришел к вере? Потому что я почему так спрашиваю, что многие художники в широком смысле просто оставляют свое искусство, свое творчество, некоторые под действием учения соответствующего, некоторые по убеждению, что они занимались чем-то греховным. И немножко об этом. Спасибо за вопрос, чудесный. Но я, может быть, огорчу. Я не состоявшийся тромбонист. В детском оркестре играл на тромбоне. Сорвал губу амбушюр, так называемый, вот этого аппарата. Uh-huh. А так тромбон любил, что я столько занимался. И, знаете, я таскал этот футляр, где надо, не надо. Мне говорят: что ты его таскаешь? А мне было приятно носить. Вот я вот так любил тромбон, даже носил его, не занимаясь. Вот таскаю его, мог в парк пойти с ним. Вот так я любил. Представляете, вот случается что-то случилось вот с губами. Не та мышца, ну, в общем, она еще внутренняя. Конечно, не что-то оборвалось, что это прямо повисла губа. Внутренняя какая мышца была натружена, и все. Мне сказали: меня инструмент. Должен быть не амбушюр, или флейта, или кларнет, или саксофон, или там гобой, фагот. А кто-то в семье были музыканты? Папа любил играть на баяне, такой вот он, такой, знаете, он тоже из интерната. Почему тоже я сказал? Ну, из интерната.
и имел хороший слух, и мама пела в хоре. Вот она говорит, не могу, говорит, сыночек, вот Вовка, не могу одна петь, но в хоре всегда могу спеть, подпеть любую песню. В общем, ничего выдающегося не было. У меня сестра очень талантливая, дирижер хора мальчиков в Санкт-Петербурге, и все там в порядке, намного талантливее. Ну, я сейчас вернусь. Uh-huh. Вот перед вами неудачник-тромбонист. Далее. Я глубоко больной человек, я не слышу одним ухом, глухой музыкант. Второе ухо слышит на малый процент, потому что там много рубцов. Я даже общаюсь с тобой, я научился слушать, на губы смотрю, и также на глаза, и могу потом как бы не ошибиться. Вот такой, видите, вот глухой музыкант. Ну хорошо, то хоть не слепой еще. Вот такой, знаете, музыкант. И далее того, когда мне говорят, что хорошо играешь, а я на самом деле, я понимаю, что мой уровень на самом деле никакой невысокий. И мне всегда хочется извиниться перед людьми, сказать, вы знаете, опять, вы меня с кем-то спутали, наверняка сейчас придет, вот смотрите на эту дверь, кто-то придет, только единственное, что мне будет неудобно, мне надо будет встать из этого стула и освободить место для другого человека. Но мое убеждение, что не надо быть сильно техничным, потому что церкви, ну, вообще верующим людям, не надо, во-первых, ты будешь, тебе никто не поймет, но зачем бабушке Нюре информация, что ты играешь в четвертой октаве? Она же скажет, что ты блеешь там, как моя больная, да, или моя, вот корова так больная, так кричит, когда там, я ее не подаю. Для чего это надо? Ей надо совсем другое. Ей надо, вот смотрите, многие люди говорят, опасное слово и простая мелодия. Я согласен. Но ведь и Христос, он был простой, но какой глубокий. Все примеры, катка с мукой, невод. Две рыбки, вышел сеятель сеять. Я так, когда читал, думаю, ну ты же вправе был, вот, например, ты же Господь, ты же вправе был. Это же не было вранье, такой пример преподнести, как бы кусочек неба, чтобы так удивить что-то. Это было правда, и ты вправе делать. Я понимаю, что он как бы мне говорит, я мог сделать, но я остался бы непонятым, и для тебя в первую очередь. Поэтому я принял решение быть простым, но очень глубоким. И также касается музыка. Я знаю многих музыкантов, которые начинали, ну как я говорю, умничать. Я все говорю, не умничайте на инструменте. Но при этом оставались со своим вот, умствованием, только там уже другое непонимание. Он оторвался от народа и остался один, как знаете, непонятый, несчастный музыкант. Говорю, а знаешь, где твоя причина? Ты не дал возможности церкви подпевать. Подпевать за тобой, что ты не сохранена мелодическая линия. Я думаю, что Бог меня благословил простой мелодической линией. Главное ее играть стройно, не фальшиво. И вот в этом моя сила и Божий успех. На самом деле, я отучился 5 лет в Кемеровский государственный академии, назывался Институт искусств. Тоже ничем не выделялся. Я сейчас не скромничаю, на самом деле ничем не выделялся. Притом, знаете, неудачник тромбонист, перешедший на саксофон. Я думаю, что вот тромбонисты ничего не потеряли, что я ушел. А саксофонисты ничего не приобрели, по большому счету, что я пришел в плеяду саксофонистов. Вот так я играю. Но я думаю, что вот за этим стоит именно вот этот особый тембр, как мне кажется, который касается людей, который располагает сказать, а сыграй еще. Я ведь знаю такие фразы, на тебе денег, но больше не играй. Я ведь это слышал. Поэтому ничего не могу сказать по поводу моего профессионализма. Я не скромничаю, я искренне говорю. А какой твой опыт? Ты играл, я знаю, в ресторанах. Да, до этого еще где-то ты... Это самый был сильный мой опыт. Самый сильный опыт. Игра в ресторане. Когда надо сыграть вещь, когда говорят... А я говорю, а что за песня-то? Он говорит, сейчас я тебя напою. И он спел, и ты думаешь, о, как у тебя запущено. А деньги нужно с него получить. Ты говоришь, ну еще разик. А у тебя есть друг, который мог бы подпеть тебе, и он что-то, и тебе надо сразу сыграть, и это хорошая школа, вот это вот именно. Я любил в ресторанах играть, я очень любил в ресторанах играть, и поэтому, мне кажется, это была самая сильная школа, может, не самая лучшая, но такая сильная. А тебе не приходилось после этого каяться, после того, как ты постоянно. Ты обратился к вере, и да. Вот твой ресторанный опыт, как он... Твой внутренний голос не сказал тебе, слушай, то, что ты делал, это, может быть, не всегда было хорошо. Может быть, тебе стоит бросить вообще все это и уйти от этого? Так и было.
было сказано: брось, но идите нам в другой ресторан. Вот это мне утешило. На самом деле, я получил откровение. Это все опять-таки с евреями связано. Еврея просто так не возьмешь. Мои друзья, евреи в Нью-Йорке берут, кто уже живет под Бруклинским мостом, в коробках из-под холодильника. Еврей, спившийся, опустившийся, в прямом смысле слова, его берут за руки, за ноги и приносят куда-нибудь там, в какой-нибудь дом. Он оживает, как правило, потом сбегает, потом опять его ловят. В общем, еврея можно взять или слабого, обессиленного, который прописался в коробке из-под холодильника. Есть еще второй вариант, о котором мало кто знает, подготовленного, как прикормленного, такое все слово. Каким образом? Зал ресторана, или назовем кафе, где люди собираются попить ароматный кофе, такой хорошо заваренный, чаечек, печенюшки лежат, общение, хорошая музыка, хороший звук. И начинается как-то общение, опять-таки через музыку. И страх у того еврея, который сам по себе, на самом деле, не секрет, они, мы ж умные. Он скромно сказал, да. Неудобно о себе сказать. Да, он скромно сказал, да. Но все равно, вот, ну, еврейский народ, ну, пусть не самые умные. Ну, ты согласен, что одаренные люди. Второй. Да, одаренные люди. После Бога. Да, одаренные люди, любящие учиться, любящие... Вот, а какие доктора хорошие, адвокаты, музыканты, скульпторы, художники, поэты. Ну, суть чего? И вдруг зал ресторана служит таким мостиком. Может быть, таким легеньким, необозначенным. Со временем, не на третий день там, или на второй. Может, это длится, ну, 3 недели, а может, это 3 месяца, а может, год. Ну, потом ты, а потом ты как бы вычисляешь тот момент, или вернее, он тебе говорит: слушай, а ты вообще кто такой? Кто такой ты? Ты кто такой? Да, ты кто такой? А ты кто такой, да? И вот этот вопрос, ты кто такой, позволяет тебе сказать: слышишь, а я верующий. В кого ты веришь? И вот даже информация вот о Христе, если ты раньше бы сказал о нем, он бы убежал бы и захватил бы, когда убегал еще двоих бы, зацепил бы за ухо, там, за ногу или за руку, утащил бы. А здесь... Понимаешь, вот то, что ты с ним пообщался эти 3 месяца, может быть, год, позволяет ему не убежать, хотя, может, желание убежать есть. И он остается, и потом ты говоришь: слышишь, есть тот, кто дает будущность и надежды, есть тот, кто дает этот звук, есть тот, кто дает тебе денег не брать. А то, знаешь, когда с евреи денег не берут, он думает, или это очень плохо, или, знаешь, такая фраза: а где подвох? И вот у меня глубоко в сердце стоит огромное желание, мечта о ресторане. О таком хорошем ресторане, куда будут приходить, кстати, евреи и неевреи, которые будут общаться под хорошую музыку. Там не обязательно будет сакс звучать, там может и гитара хорошая звучать, там арфа или скрипка, но суть чего? Это такая буферная зона, потом их, через которую можно пригласить их в церковь. Я глубоко верю, что эта схема будет срабатывать, но пока у меня нет ресторана. Но есть огромное желание. Есть уже люди, готовые поиграть, есть люди, готовые... как-то поучаствовать, предоставить на какое-то время этот зал ресторана. На следующий момент, может, это Кёльн, я не знаю, может, это Майами, а может, это украинский город где-то, Винница, не знаю, может, это Хайфа, я не знаю. Но то, что он уже есть, только осталось его рассмотреть. Это опять-таки есть возможность говорить об Израиле, о Боге Израилеве, о Боге, кто сказал, есть, я часто говорю, что есть будущность. Надежда-то не потеряна и для той девчонки из Молдавии в Голландии на улице Красных Фонарей. И для прекрасного нашего оператора, который сейчас снимает. И что есть будущность. Есть будущность. Надежда-то не потеряна. И она вот как бы, она находится вот, она в Израиле. Ты мог бы это сыграть? Нет, я не готов. Я не готов, потому что я настолько сейчас... вдохновлен. Иногда у меня нету слова, сейчас пока еще слова есть. Они когда иссякнут, я скажу: я все, я готов. Слова иссякли, я готов сыграть. Но я понял тебя. Я сейчас сыграю, конечно. Однажды, будучи в Америке, в штате Мичиган, мне рассказали историю, что здесь играл в свое время прекрасный трубач. Он играл прославление в маленькой церкви баптистской. Его имя Луи Армстронг.
Все его знают как Сачма. Я говорю, серьезно? Это что, это как бы некрасивая история? Нет! Его отец был проповедником, дед был проповедником, а он маленьким мальчиком играл прославление. Я говорю этому человеку, говорю, Дейл, повези меня туда. Он говорит, это как сейчас этот есть домик, и не как музей, а там также собирается, просто это, говорит, такая вот эрия, ну, место, где там одни черные собираются, говорит, это баптистская церковь, там славит Бога. Я, знаете, я думаю, Господи, а я же его знал как трубача, ну, как Луи Армстронг, как Сачма, Сачма, вот такая у него как бы кличка была такая. А это, оказывается, думаю, вот она, какая сила от него сквозила. Он Бога славил. Я одну статью прочитал, как Сачма хоронил людей. Его приглашали в то время на похороны. Играли спиричуэлсы. Спиричуэлсы – это молитва, это, ну, вот, это молитва, это псалм. Только единственное, что в тот момент в эти спиричуэлсы добавлялись обязательно две нотки. Это пониженная третья и седьмая ступень, которые давали колорит вот этого блюзового оттенка спиричуэлса. Они как бы говорили о печали, но это игралось такой стиль диксиленд. Это такое странное. Если где-то я диксиленд сыграл бы, не в станице в Краснодаре, мне побили камнями бы. Я бы там даже и убирать бы не смог. Это была веселая музыка, но вот те люди понимали, что они с весельем, это переход с весельем. Но звучали вот эти вот пониженные две нотки, третья и седьмая ступень. И я сейчас вот сыграю чудо, которое происходит тоже, как, не обязательно человеку понимать, что такое ступени, пониженная, повышенная. Но вы сейчас почувствуете, как рождается вот это легкий оттенок печали. Легкий. Его можно усилить потом тромбоном, кларнетами. Родится диксиленд, очень яркий такой, знаете, веселый. Но этот проводы с весельем на небо, где нет уже слез. А до этого можно перечел сыграть вот с этим оттенком слезы, ну, можно сказать, через радость. Сейчас я попробую сыграть. Это как молитва тоже будет. Вот суть, как, ну, как мне кажется, вот это таинство или, ну, или чудо. Как просто вот гамма сыгранная, вот она примерно звучит, просто гамма, натуральная гамма. И вот пошло преображение. Две ноты я понизил на полтона. И получился вот этот окрас спиричуэлса, блюз так называемый, печальная молитва. Немножко хрипоты, правда, добавил. Кстати, это на твой вопрос. Вот один из приемов, последний. Прямой плоский звук. Можно так сыграть. Можно так. Можно так. Немножко похрипеть, немножко. Классно. Скажи мне,
Вот у тебя есть возможность обратиться к евреям, музыкантам и неевреям. А что бы ты им пожелал? Можно такой притчей небольшой, ну, с вашего позволения. Идет распродажа музыкальных инструментов. И лот выносится. Такой старый-старый футляр. Ниточки обтрепанные висят. И мне кажется, человек даже, который вносит этот инструмент на продажу, как бы, ну, смущаясь, ну, уж он-то здесь дохода не принесет ни нашим, ни нашей организации, ни тому, кто в зале. И он так, там пыль такая, он открывает, там лежит скрипка. Он так, с сожалением, посмотрел. ₽10. Раз. ₽10. Два. И только он перед тем, как продано, вдруг голос. Стоп. И зал выходит старенький такой, пожилой мужчина, еле-еле передвигает ноги. Как он попал на аукцион, тот думает, одежда ничего не предполагает, что хороший клиент, да и скрипка-то не самая лучшая. Ну вот тут сошлись две бедолаги. Один, который пришел сюда, наверное, случайно, а вторую, как она сюда попала. И он подходит и как-то нежно по-особенному взял ее в руки, погладил, коснулся губами, подстроил струны, взял смычок, и полилась чудесная мелодия. И крики зала: «Миллион!» Вопрос к зрителям: что произошло? Ну, ответ в простоте скажу. Просто коснулась рука мастера. И цена взлетела. Вот все мы евреи и не евреи. Это как инструменты, долго лежащие в футлярах. Может, их протирает, сдувает регулярно пыль. Может, иногда берут в руки. Но по большому счету они не звучат и стоят 3 копейки в базарный день. Но у Бога есть план, чтобы они звучали и не были оценены. Оценены, может, это миллион будет долларов. Ну, какая валюта, я не знаю, кто смотрит. Может, разные, может, это 1 000 000 гривен. Но оценены. Мои пожелания. Позвольте коснуться вас руки мастера, чтобы в вашем сердце зазвучала прекрасная мелодия благодарности Богу в словах. Спасибо, Бог. Спасибо, Господь. Я дышу. Я живу. Я понял, что ты мой отец. И спасибо за слово, которое ты мне подарил. Есть будущность, и надежда ваша не потеряна. Баруха та Адонай Элоэйну Мелеха Олам. Благословен ты, Бог наш, Царь Вселенной. Это саксофонист, несостоявшийся тромбонист Владимир Мусиенко. Я Ефраим Калиш и студия Азис. Шалом алейхем.